Ready? Smyrna! Ассаламу алейкум! Дорогие братья, бойцы спецназа «Ахмат», сегодня мы собрались очередной раз проводить наших братьев в зону проведения СВО. Мы воюем с нацизмом 21 века, с сатанизмом, безбожием, сторонниками всех нетрадиционных ориентаций. Вы отправляетесь на войну. Но мы желаем, чтобы вы все вернулись здоровыми, с победой вашей семьи. Сегодня, в этот прекрасный день, вы, конечно, могли провести этот день со своими семьями, детьми. Но вы выбрали по зову сердца этот священный путь. Путь защиты своей страны от вашего имени. Я хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, за то, что он стал символом проведения СВО на территории Донбасса и Украины. Символом борьбы с фашизмом, с нацизмом. И за то, что он делает для бойцов не только что спецназа «Ахмат», добровольцев, а также Росгвардии, МВД, Министерства обороны. Хотелось бы поблагодарить общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, за то, что он сначала СВО делает для наших дорогих братьев-добровольцев. Ахмат! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Россия! Мощь! Ура! 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 Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, нашего дорогого брата, он всячески помогает во всех направлениях. Хочу сказать спасибо и огромную благодарность нашим инструкторам, которые днем и ночью занимаются и готовят наши бойцы. Мы все едины. Мы защищаем свое государство. Есть приказ Верховного Главнокомандующего. Этот приказ будет. Хоть весь мир пойдет против нас, выполнен в нужный срок, в нужное время. Михаил, город Иркутск, Сибирь. Хочу сказать...